Приветствуем вас на нашем канале Бакс в ярости, не знаю почему. Сегодня у нас будет обзор второго заказа из каталога Oriflame. С вами Лилия Донскова и кот Бакс, который уже сбежал, может быть, вернется. И я хочу похвалиться этим заказом, хотя он не такой уж и большой, но зато я получила в нем два подарка. Два подарка. Это две сумки по акции. Сейчас я вам покажу одну и сразу другую. Какая была акция? Напоминаю, нужно было, чтобы в каждом каталоге два было кюрекрыта, и тогда получаешь за каждую парочку кюрекрытов сумку. У меня пока две сумки, но я и на третью тоже выполнила акцию, только она мне придет уже в следующий раз. Так, приходит все упаковано, еще в таком специальном чехле, в котором очень удобно, кстати, хранить сумки, чтобы они не мялись, не терлись друг об друга. И та-дам! Торжественный момент. Она очень большая. Обалденно удобная сумка, на мой взгляд. Смотрите, вот такие длинные ручки, которые уютненько вот так вот вешаются на плечо. То есть она прям под рукой. Сумка большая, очень удобная. Не знаю, я сейчас мало хожу с такими сумками, но, например, когда нужно что-то много или в дорогу взять, положить, то это очень удобно. Смотрите, что внутри. Во-первых, она такая вся рифленая, а внутри огромная вставка, которую можно отстегнуть на молнии. Сейчас рассмотрим ее получше. У нее такое толстое дно, то есть сумка объемная, очень вместительная. Никаких карманов нет, только одна вот эта вставка. И ее, кстати, можно вынуть. Смотрите, она крепится вот на такой специальной заклепочке. Там есть специальное колечко металлическое, к которому так прикрепляется, такая огромная косметичка тканевая. Никакой пропитки, мне кажется, нет, но она, смотрите, двухслойная получается. А, сейчас вот молния, еще молния. Оп! Шик модерн просто, да. Большая, объемная вот сумочка, которую можно и отдельно вынуть. Например, если сумка не нужна, но в чемодан можно сюда положить всякую ерунду, всякую мелочь. И будет в таком чехле удобно храниться, если куда-то ехать в путешествие. То есть я, в принципе, в восторге. Я сначала эту сумку хотела кому-нибудь подарить, но когда я увидела, думаю, нет, такая сумка мне самой очень даже пригодится. Вот, я в восторге от этой идеи. То есть можно сумку без чехла этого внутреннего носить, она просто будет наполненная. Но смотрите, как она закрывается. У нее есть единственная вот такая вот штучка, сейчас я сниму. Специально перекидывается такой хлястик колечком, тут висят всякие кожаные прибамбасики. И вот таким образом она фиксирует, чтобы она совсем не была такая расхлябанная, распахнутая. Ну, согласитесь, прикольная сумка, прикольная. Особенно мне нравится ее цвет. Такой сейчас модный, современный цвет, нейтральный. И он подойдет под любой наряд, в принципе. Вот первая моя хвальбушка, так я вам ее поставлю, а это пусть лежит. Вторая сумка вообще феноменальная. Бакс, идем сумки рассматривать. Тоже в чехле. Чехол убираем. И вот она такая прям дамская сумка. Тоже не мелкого размера. Очень удобный формат. То есть не слишком такая сумка-чемодан. И не совсем дам, как клатч. А уже нормальная сумка, в которую можно что-то положить. Интересно, тут застежка. То есть нужно нажать на такой вот клапан, открывается, а внутри у нее, во-первых, есть еще ремешок, чтобы носить на плече. Но тут очень здорово все сделано. Буду хвалиться. Я обожаю сумки, в которых есть много отделений. Но у нас в последнее время сумки без отделений делают. Единственное, всегда есть сумки, вот такой карман в основном, да, вот на молнии. Здесь он такой хорошенький, объемный. Два кармашка, вот такие вот просто накладные, из которых все может высыпаться, но тем не менее они очень удобны. И здесь, посмотрите, есть вставка посередине, тоже тканевая, но она уже никак не вынимается. Сейчас я открою молнию. Оп, оп, оп. И все такое зелененькое внутри, мятное. И большой карман тканевый, куда как раз можно всякую положить. Такую мелочь, которую нужно спрятать. То есть мне вот эта сумка очень нравится. Прям фантастика. Я вот ее очень хотела. А теперь я понимаю, что мне они обе пригодятся. Буду носить с удовольствием. Так, вот, все закрылось. Потрясающе, правда? Пусть она тоже здесь стоит. Радует меня. Я очень люблю подарки.
Сейчас компания запустила еще одну акцию, которая тоже меня будоражит. И я думаю, как же ее тоже хочется выполнить. И в каждом каталоге опять надо делать по 2 Q-рекрута. То есть надо приглашать людей. И показываю, что в заказе. 70 баллов заказ. 2 крема для рук Арника. С арникой. Арника — это такой цветок лечебный, и крем мне заказала клиентка. То есть во втором заказе обычно уже все идет под заказ. Вот так буду ставить. Надеюсь, вам видно хорошо. Вот сюда буду ставить. А далее я заказала еще одну маску. Маска-пленка. Я в таком восторге от этой маски. У меня уже все дома переделали, кроме кота и собаки. Миша делал, ему очень понравилось. И он сделал так интересно, нанес ее только на нос и вот так до бороды, на щеки. Я ему говорю, почему ты не нанес на лоб? Он, не знаю, но зато он сравнил разницу между тем местом, той кожей, где была маска, и на лбу, где ее не было. И он обалдел, говорит, вот так чувствуется разница, насколько кожа стала чище. Мне некоторые девчонки писали, жаловались, что не увидели эффекта, что вот вынимаются эти черные точки. Я могу сразу сказать, что с первого раза они не вынутся однозначно. Но нужно сделать несколько процедур, потому что это получается не механическое, да, воздействие, не выдавливание, это мягкое, постепенно вот это вот расслаивание, да, и отшелушивание этой вот забитой поры. Поэтому что нужно делать? Во-первых, втирать маску, то есть не просто ее размазать, а прямо на распаренное лицо ее прям вот втереть. Мне очень, кстати, понравилась силиконовая лопаточка, я от нее балдею. И маску держать 20-30 минут. Не слишком толстый слой, не делайте толстый слой, и она классно будет сниматься и покажет постепенно хороший результат, то есть не сразу. Так, еще мне заказали жидкое мыло. Кстати, такое мыло балдежное. Я себе в первом заказе взяла его. Мне очень нравится. Видите, какое густое. Аромат обалденный. У меня до этого было мыло алоэ и олива. Ну, тоже классное. Но аромат все-таки как-то быстро поднадоел. А этим я балдею. Я люблю фруктовые ароматы, такие сочные, летние. Поэтому он мне очень подходит, этот аромат. И я такое мыло тоже себе хочу подзаказать еще. Мне заказали такую парочку. Парочка солнцезащитный крем Optimals, который SPF 30, он защищает от негативного влияния солнечных лучей. И бустер питательный. То есть заказала уже взрослая девочка, которая очень-очень-очень осознанно подходит к уходу за кожей. Мне нравится ее выбор всегда. Она очень тщательно подбирает продукцию, задает много вопросов и потом выбирает себе вот прям самое-самое подходящее. Я считаю, что это хороший такой выбор, достойный. Далее заказала я две маски вот для себя. Вот в этом заказе. А, еще есть кое-что. Одну маску с антиоксидантами. Виноград и гранат. И одну апельсин и овес. И попробовала. Не успели снять видео. Я быстренько распечатала маску и сделала ее. Мне так эта маска понравилась. В принципе, всегда нравится что-то новенькое. Согласитесь, вот как-то новизна, она больше привлекает, чем одно и то же. Когда выходит какая-то новинка, будь это крем для рук или тот же интимный гель, гель для интимной гигиены, если правильно говорить, с другим ароматом, мы сразу хотим взять. Вот то же самое с масками. Когда они появились, я так рада просто. Мне нравится все, мне нравятся ее пакетики. Хотя я брала до этого маски Novage, там просто беленькие, так все четко, никакого там излишества, а эти, они такие позитивные, такие веселенькие, и я тоже их прям полюбила, эти маски, рекомендую тоже почаще делать такой уход, это, как сказать, баловство для кожи, а коже нужно баловать, чтобы она была молодая, у нас и красивая, так, поставлю, так, еще мне заказали вот такой спрей VIP Club Bali. Очень приятный аромат. У меня такой спрей был, поэтому я говорю не понаслышке. Он не приторный, девчонки, он не сладкий. Он такой приятный, там такие фруктовые, приятные ноты. И он такой драйвовый, то есть он выгораживает, он энергичный. То есть на лето вообще фантастика. Я очень люблю такими спреями пользоваться летом. Так, что еще? Вот, я заказала в подарок еще две помадки бальзамчики. А тоже спрашивают, а они пахнут? Да, они пахнут и пахнут очень вкусно.
Поэтому если кто-то говорит, что они не пахнут, я не знаю, может, нюх отшибло. Есть аромат, и он очень приятный. И выгодно брать в паре. Вот я для двух девчонок, они сестренки, я им заказала в подарок. Так, еще. Заказала новый аромат Legend. Be the real legend. Очень длинное название и очень вкусный аромат. Он понравился Мише, он понравился мне, он нравится всем, но я делаю такую хитрость. Я всегда заказываю пробники, это такие маленькие тестеры, его нужно заказывать для того, чтобы дать понюхать человеку. Потому что просто вот показать, сказать, ой, какой классный аромат, он мне так понравился. Человек, может быть, и купит просто, вот, послушав вас, увидев продукт в руках, но... Может получиться так, что человеку не подойдет аромат, не понравится, он будет разочарован, раздражен, и в следующий раз он не будет у вас заказывать, потому что у него останется вот это неприятное ощущение, что вы ему что-то навязали, что он выкинул деньги на ветер. Поэтому давайте заботиться о клиентах и максимально стараться все, вот, что можно дать потестить, каким-то образом, пусть это будет пробник или ваш личный продукт, если человек хочет, возьмите из дома, дайте попробовать. И у меня, знаете, как бывает, что я даже шампунь отливаю в маленькие баночки, говорю, попробуй несколько раз, посмотри, как твои волосы отреагируют. Так я делаю всегда с людьми, когда выясняют, что есть аллергия на что-то. А аллергия сейчас такое распространенное явление, что я всегда задаю вопрос, а у вас на что-то аллергия бывала? И человек говорит, да, бывает. Я спрашиваю, как она проявляется, аллергия, на что была... Там, или не выяснили, что на что-то она появляется, человек не знает на что. И я всегда даю пробник, потому что представьте ситуацию, человек купил что-то, да, серьезное, дорогое, там крем, может быть, 1000 больше стоит, и пошла реакция. Ну что делать? Это можно, конечно, вернуть товар обратно в компанию, но это время, волокита, и все равно у человека останется маленький такой осадок, разочарование. Поэтому я всегда даю пробники максимально, если они есть, лучше дать пробник. Вот пробник тоже выписывала. И вместо платы за доставку я заказала крем для тела «Кокосовая вода». Шикарный крем. Он сейчас, наверное, во всех филиалах идет вместо платы за доставку, его можно выбрать. Он получается, ну, в районе 200 рублей, точно все, но не помню, может 229 или 219. То есть очень доступная цена. Такой бочонок 150 миллилитров. И хотя он идет для, по-моему, для лица и тела его пишут, но я его использую только для лица. Да, вот написано, только не наносите на область вокруг глаз. Ну, это логично. Но я не рекомендую для лица использовать такие кремы. Крема. Вот. Но для тела это просто фантастика. И, кстати, это классный подарок. Я их сейчас набрала несколько штук. Вот в последнее время, когда делаю заказы на офис, вместо платы всегда беру такой крем. Он будет классным подарком для клиентов, которые делают большие заказы. То есть это настолько солидный подарок, а мне он обходится, ну, за копейки. То есть, если заказ где-то более 1500, 1500, 2000, там и больше, то смело можно вкладывать такой подарочек в заказ. То есть, лучше не скидка, а то, что можно подержать, попробовать, нюхать, то есть, вспоминать несколько раз. То есть, на протяжении там 1-2 месяцев, пока человек будет мазаться, он будет помнить, что вы ему сделали такой классный подарок. И это привязывает клиента, он опять что-то хочет заказать, потому что у него осталось приятное послевкусие, то, что вы его балуете. Вот. Все. Все показала, вот такой заказ. Вроде бы небольшой, но здесь 70 баллов. Легко и просто. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Пишите в комментариях. Если вы не подписаны на канал, быстрее подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых видео. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! GoPro, стоп видео!